Добро пожаловать на канал Финиплей. С тобой сегодня Орех, и мы переходим к прохождению карьеры. Третий этап это у нас, точнее, второй этап это у нас шоссейные гонки. Третья серия это у нас, потому что первая была знакомительная, мы чуть-чуть зацепили там, чуть-чуть зацепили сям. Второй этап мы почти полностью прошли главную сцену. За исключением у нас остались в серии Воча, то есть жука, чтобы получить жук там эпический, супер-пуперский, невъебенный, нужно там чуть-чуть покататься на грани. Может быть, мы сделаем еще пару заездов, но это будет как-нибудь в конце этой серии, или же будет на обычном стриме, который мы будем проходить. На сегодняшний день у нас добить, сделать шоссейную серию. Так, включим, проверим чат. Все работает. Лайки. Не забываем лайки, подписочку. Ссылка на Discord есть в описании. Для чего? Да, для того, чтобы был в курсе стримов, наших сходок. Также те, которые имеют игру, могли бы с нами поиграть, покатать. Дискорд можно будет там посмотреть в режиме онлайн прямую трансляцию. Периодически так и получается. Потом, что еще у нас? Можно заказывать какие-нибудь челленджи. Почему бы нет? Так, ну я думаю, надо переходить от слов к делу. Сейчас сделаем парочку настроечек, проверим на стабильность. К делу. А то как бац, не законтачится. Будет не очень приятно. Я думаю, никому же не нравится, когда ничего не получается. Так, у нас. Что у нас? Ага. Пришло уведомление, что началась трансляция. Если кому нужны будут прямые уведомления, они находятся в группе ВКонтакте. Там бот на главной странице находится. И он с превеликой, наверное, любезностью. В общем, он будет не против вам отправлять повещалки. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Выйти, выйти. Мы продолжаем погружаться. Так, демонстрируйте техники, чтобы получить в 2 раза больше этапов. Так, форпост пик фестиваля. А что он даст, если мы войдем? Мы, походу, зайдем просто в гараж. Да, мы зашли в гараж. Итак, у нас завелась небольшая тенденция или правило. Все полученные награды, все достижения открываются в следующей катке. Не в момент, как мы их получаем, а все будем делать на начало следующей катки. И также. И так, и так. Что у нас есть? У нас, я помню, были фестивальчики. Фестивальчики. Вот мой Horizon. Призовая игра. Вилл спинчики. 13 штучек. Прям чертова дюжина. Кобра. Берлинетта, Феррари. Отлично. Гличами, багами мы пока не занимались. Мерс. Может быть что-нибудь сегодня легендарное или нет? Пизжо. Ой, батюшки, батюшки. Ну что-нибудь легендарное, пожалуйста. Ну, эпическое тоже неплохое. Не знаю, будет ли у нас вообще серия с гличами, с бустами. Ну ладно. Было бы неплохо, конечно, феррарку. Блечное... Блияние овец. Окей, тоже неплохо. Потому что Джингл Белс пока у нас раскрутится. Бабки, бабки. Да, неплохо. Поехали дальше, дальше, дальше. Так, Якубович, давай, колдуй, колдуй. О-о-о. Forza Edition, бонус за техники чистой езды. Фига себе. Ну, нифига себе. Неплохо. Так, бабки. О,
Что это у нас? Пирожок. 74-го года. Нормально тоже будем раскидывать. Будем доставкой заниматься. Мини хотя бы взяли. Но нет, сегодня не мини. Сегодня у нас бомжатский подгон. О, юбка. А, летняя юбка под хохлому. Жаль, что мы юбки не таскаем. То хоть мы и за женский персонаж. Посмотрим. Посмотрим. Кстати, вот сейчас было бы неплохо. Было бы неплохо сделать Alt F4 и посмотреть. Но мы пока таким не занимаемся. Как-нибудь в другой раз. А то я больше всего боюсь, если мы так сделаем, мы потеряем смысл самой игры. Бывает иногда, когда ты включаешь читы, ты начинаешь юзать, люпать 25 бачей, косарей. Может, уже было что-то интереснее. 45 баба ягодка опять. Так, кстати, у нас, я успел заметить в прошлой игре, было что? Было вот что. Приобретение домика. Бесплатно. Посетите, чтобы купить. Чё-то, конечно. Бесплатный сыр, говорится, только в мышеловке. Но мы откажемся от этого бесплатного сыра. Мы же ведь из тех, кто быстро бегает, а не тот, кто получает пиздюлей. Так что, может быть, нам мышеловка не страшна. Так, мы учимся на всех парах. Кстати, у нас еще вышибалов не было. Ну, нормальных не было вышибалов. Одну мы... Так, получается, мы в самом начале стрима, как можно сказать, в начале карьеры Орза нашей, ну, как сказать, не карьера, а вообще в начале съемок Орза у нас. Что у нас? О-о, пошли. Сейчас мы вот так вот сделаем. И все будет в шоколаде. Чтобы никакие сторонние звуки, шумы нас не отвлекали. Так, 600 метров. 500. 400. И... 3, 2, 1. Где тут дом? Хата халахупа, ты где? Продается лугар Транкила. Берем. Награды. Реклама Horizon. Сфотографируйте свою коллекцию машин. Сделай фотку. Призывай суперграм. Прекраснейших деревень Мексики. Короче, мы не видели. Ну что, пансионат покупаем? Бесплатно. Приветственный набор. О. Просто отлично. Ну тебе понадобится метла, чтобы унести весь песок. Сейчас мы девчонок позовем. Одна уже у нас на стене есть. Вы приобрели дом, вы можете сделать его своим жилищем. Хотите ли вы сделать это? Да, хочу. Коллекция машин. Что у нас есть? Так, это какая-то. А что не подписано? Призовая игра? Нет, это у нас не работает. Ламборгини. Легендарные. Ладно. Так. Что у нас еще есть? Да, в принципе, ничего. А у нас есть вот что. У нас есть Харазин. Привет, король. Король, прости, что я такая будущую звезду Зала Славы, но мне нужна еще помощь в новом приключении. Так, поменяем, может, название? Стоп, что это? О, призывая супер игра. Крутим. Что это какой-то у нас там сворачиваюсь? И... Типа песчаный какой-то этот баги. У нас, я помню, в GTA Vice City такой был. Заберем делов-то что. Так, мы хотим. Я хочу. Все мы вместе хотим получить. Что у нас? Так, получили. О, уже на Hyundai было. Так, не отвлекаемся. Компания, приключения, признание.
История. Так вот. Вот что. Мы это да пройдем, обязательно мы закончим. Нам не хватает буквально 2 секундочек, чтобы закончить это и получить ништяковскую машину. Сейчас у нас идет кончик-испытатель. Завершите главу рай, восточном побережье, истории. Мы сейчас пойдем заново проходить. Ну, дабы освежить память. И чтобы у нас было все в шоколаде. Также у нас есть вот испытание Peak Horizon. Раз. Потом у нас открылось Луча де Каре. Каре. Карте. Каре терраса. Каре террас. Ну, вот что-то, наверное, похожее на дебри, дерби. Короче, будем разматываться. И вот у нас есть Колоссус. Колоссус — это аналогия Голиафу. Мы это, наверное, оставим на самое сладенькое. Или же наоборот. Мы сейчас будем сначала проходить Колоссус, а потом перейдем к догонялкам. Или нет? Или да. Голиаф, мы прошли, но мы проходили на высоком, на уровне непобедимых. Дабы. А что это такое? Мы все катаются 9 минут, 10 минут. Дайте попробуем на состо элемента тоже проехать. Ну, у нас получилось 14 минут. Где у нас знаки? Нет? Нет. Не получилось. А, получили бы чарджер. Чарджер. Так, купить. Встаньте, разблокируйте. Купите, найдите. Купите, найдите. Да, там. Так, Nissan GTR. GTSR. О, это старый поход, прикольно. Что тут победить надо? А, завершить колос, это сделать. Так, доберитесь до форпоста. Так, доберитесь до домов Лос Хартинс, до вулкана Гранта за 4 минуты. Так, ладно. Мы это все сделаем, но, скорее всего, попозже. Думаю, не будем откладывать на потом. Пойдем сразу разберемся с колоссом. Так, пока из моих кентов никого нету. Ох, езда. Что за езда? Следующая глава разблокирована. Неплохо. Ну и мы едем до Колоссуса. Колосса. Просто колосс. А что за бес тут? Так. Едем, не сворачиваем никуда. Сейчас. Ни шагу назад, и только вперед, и только победа. Так, если у нас. Непобедимый вызвал проблемы. Проблемы с осваиванием. Наверное, стоит чуть понизить уровень сложности. Один ночный соперники. Было бы неплохо поиграть вообще с друзьями, но пока из моих друзей никого нету. Пока никого нету. Пойдем одиночную игру. 55 километров. Японский бог. Это сколько у нас выйдет по времени? Ламборгуни. Обычная машина. Так, ну мы, наверное, я думаю, поедем на тех, которые нам предлагаются. Вообще, по-хорошему, надо ехать на тех, которые нам даются. Вот Тайкан. Нет, Таркан. Тайкан носится. ТТ купе. Блин, что бы взять? Наверное, старта не может на стоковых. Продоехать будем полгода. Блин, и хочется и кольца. Поедем. Поедем. На Ауди. ТТХе. Но она самая мощная. Привет, Ванюк. Как ты? Как твои дела? Мы можем тебе сделать вот так. Ага, Ага, спасибо. ого.
Можем, знаешь, как тебе сделать? Что, Можем что? вот так сделать. Так же намного будет интереснее. Ага. Как ты думаешь, как мы будем проходить колос? Ты на чем проходил? Я не проходил Ты не конус. проходил? 55 Нет. километров длина гонки, ты шо? Ого. Как ты мог ее пропустить? Значит, я не дошел. Да, там не особо далеко надо идти было. Там, Я знаешь, чё? прошел вот этот Голиаф? гонку вокруг. Да, Голиаф. И буквально прошел еще гоночки, две и все. А за сколько ты прошел Голиаф? Ты не помнишь время? Минут 9. Чё? Минут 9 минут 49 секунд вроде. 9 минут? Угу, 49 Ты чё, секунд. издеваешься? Я просто не понял, как я прошел за 14 минут. Я походу спал. Прикинь? Вот это... Гонкин же вон этот за 9 минут 30 секунд Девять с прошел. половиной. Ну вот, Так, хорошо, давай, ты наш подписчик, на какой машине пойдем? Колос. я не знаю. Ну ты скажи, смотри. Блин, я хочу увидеть путь весь, как он идет там, извилистый, не извилистый. А как посмотреть? А я не знаю. А, я Как это? понял. Не Сейчас, знаю. сейчас я, сейчас мы, когда начинаем гонку. Так, надо назад. Вот, шоссейная гонка. Одиночная. Вот, смотри, видишь? Но она по большей части извилистая. Угу. Значит, нужна управляемость и ускорение, наверное. Управляемость и ускорение. Угу. Так, смотри, еще одна фишка какая. Тюнячие тачки, они подвергаются свапу движку. То бишь, ты не слышишь звук, ты не чувствуешь управление и качество и вот этой самой машины. То есть ты Тебя есть там можешь не понять. бронированная, кстати, крутая, которая вот эта. Сесть элемента? Да. Она гиперуправляемая. Так она, подожди, я понимаю, что она гиперуправляемая, но речь в чем? Она же протюненная, с тюнингом. И значит, она уже не такая будет, как Ну, тогда. может вариант быть такой, да. Смотри, есть вариант. Мне выпало Pagani Orza Edition сейчас. Управляемость 10. Бери. Это для чистой езды техника как раз. А, то бишь, я научусь управлению. Ну, надеемся на это, что ты научишься. Надеемся, да? Ну, как говорится, горбатая могила исправит, да? Ой. Чтобы ты понимал, Fortnite вот запустили сервер в 6 часов вечера, и от количества игроков они сломались. У кого-то работают, у кого-то не работают. Может быть, это очередь там такая? Я заходил, да, очередь есть. Угу. Ты ждешь от минут 15, да и больше, а потом тебе пишут, что сервера сломались и не работают. А ты И знаешь, игру не попробуй, ставят. попробуй зайти через GeForce Now. Да там очередь еще больше. Ну это понятно, но видишь, Ну, может ты, быть. получается, ждешь очередь так, а потом еще в самом Fortnite. Да еще больше. Так, смотри. Я, короче, проходил Голиаф на непобедимом уровне. А я знаю, ботов тут сделали полегче на непобедимом уровне и тому подобное. Разве? Хочешь сказать, профи жесткий будет? Не знаю. Нет, профи тоже, их же из этого сделали, Когда? чтобы они были полегче. Всех ботов сделали полегче. Когда? Ну, вот пятую форзу Нет, нет, сделали. нет, 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 что ты? Там какой-то, там такие перлы выстреливали, что там хер догонишь, хер увидишь. Ну, а в Арман. четвертой форзе еще тяжелее. Арман. Чего? Где ты там ходишь? На войне был, я же тебе сказал. А, ты хочешь? А, подожди, тебе же надо подключиться. Мне просто сейчас будет гонка на 55 километров. Ты можешь присоединиться ко мне. Так. Как? Я тебя добавлю в пати? Или я пока эту гонку пройду сам? Что думаешь? Добавляй пати. Добавлять в пати? Так. Ну тогда нужно. Так я еще раз захожу, подожди. Хорошо. Приятного аппетита, Арман. Спасибо. Что ты ешь-то? Втихую. Сказал бы, так, у меня есть сегодня хавка. Такая-то, такая-то. Я хочу делиться. Ах ты ж жмота. Роман, может начать надо с этого делиться? А потом спорт. Вот, смотри, Некит зашел за мной сразу. Некит?
Где? В город туда ходит. А, все, он уже у нас это. Ниндзя? Послушиваюсь, Олюша. Нет, пока тут нету его. Может быть, у него стоит уведомление. Да. Либо стрим смотрит. Да. Базару Зиро. Сделай красиво. Раз такая пьянка. Конечно, можно некий, давай ебаный сет заходя. С вами можно не кипишь по-любому, да? И вот постоянно тема какую-нибудь обойдет. Это нормально. Я, правда, не знаю, машина какая вам дастся. Но у Никита, наверное, по-любому есть. Че так долго грузится? Не знаю, у тебя на SSD-шке же, да? А, ну у тебя вообще на M2, да? Я не знаю. Как? Может, на жертву. Не может быть, ты что? Ну, я уже нажал продолжить, типа, игру. А у меня сейчас грузится. У тебя, наверное, сейчас... Нет, у тебя было... В ебенях я там. Не, да там по барабану, там самое главное, чтобы хост был нужный. Я могу только запустить. Ну, если я буду хостом, я запускаю. То есть вы Будешь можете это... хвостом? Да? Вы мои хвостики, а я ваша голова. Ты хвост сказал, я буду хвостом. Хостом, хост. Хвостом. Бля. Арман, каждый выбирает, что ему ближе. Ну, тебе жопа. Я говорю хост, а тебе хвост. Ага, значит, О. мне жопа. Так. Получается так, хули? Я сидел... О, нет, стоп, сейчас мы попробуем. Посмотреть через в сети. Кем ты в сети? Так. В сети у вас никого нету. О, или что-то появилось. Пока нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Нет, что-то у меня много в сети. Интересно, будет ли работать то четко, четко, точно. Нахуй, да. Чё, тебе прогрузилось? Никитос, где ты, ёмана? Ё-моё! Так, пока Никит к нам это мчится, спешит, мы пройдем хотя бы одну эту. Главу. Да, да нет, я хотел уже начать. Я и так, короче, у меня по стримам. У меня вчера я запустил, проходил первую главу. Сейчас я прохожу вторую главу шоссейной гонки. Охуеть. Вот тут пишется вообще время. Ой, у меня здесь, конечно, гараж. Что тут выбираем? Мои машины, да? Просто выход, 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 выход. Да? Да, ты в гараж потом, может, тебе главное все еще зачекиниться. Музыка есть уже хорошо. Да. Этот Арман, ты знал, что Uncharted переносит на компы? Да. Там все соневские игры переносят. А паучка когда? Не знаю. Блин. Паучка не знаю. Будут? Нет, пока еще рано паучка. Ах, очень хочу. Но я тебе скажу, там Так. сюжета мало. Паучка. Да мне ж не сюжет важен, мне полетать, костюмчики посмотреть. Ну нет, там хоть сюжет и маленький, но он классный все равно. Так. Быть с одной, любить О, зашел хасанатор нас. Алло, бля. Эй, ебаный серб. Общий салам алейкум. Алейкум ассалам. Блядь, я просто представляю твое лицо и как ты это говоришь. У меня просто error 404. Error 404, это когда я пытаюсь подключиться к твоей колонии, Арман. А зачем кивок? Ну, чтобы вытащить его. Вот там у меня колонна больше. Да. Ну шутка хуй, конечно, блядь. Проходит все правильно. Слышь, управление колонной, пригласить друзей. А, у меня этот бар надо открыть, да? Может, я вас попробую сейчас? Попробуем. Надо Ну. запустить бар или что-то? Ничего не надо запускать. Он Надо его должен сам... запускать. Нет. Не, ну пиликать сам.
У меня вообще ничего не запустилось сам. Сейчас. У меня тоже. Xbox Game Bar. Потому что когда я нажимал пригласить друзей до этого, у меня открывалась какая-то хуйня. Сейчас нету ее. Почему-то. Почему-то нету ее. Так, пригласить друзей. Давайте я, наверное, сделаю, потому что. Смотри, меня... друзья могут присоединиться. Попробуй присоединиться. Через друзей. В геймбаре, слышь? Блин, о, Игорь пригласил. Открыть геймбар Windows G. Ну, меня. Не у всех работает. У меня не работает Windows G. О, что мы за, здесь. Что за Windows G? Арман, ну, ты не в сессии. Клавиша Windows? А, нет, в сетевой игре. Блин, что за мой хуй, я зашел. Ну, ты еще не загрузился. И что тут нажимать? Подожди, вот Windows G. Дальше а что? Там должна появиться такая, типа, сообщество Xbox. Справа, правый верхний угол. Или ты из меню верхнего центрального открываешь вкладку сообщества Xbox, она справа. А у меня открыта она, дальше что? Все, там будет тебе написано приглашение. Онлайн два человека. Нет, приглашение. А у меня нет приглашения. Там уведомление должно быть, сообщество Xbox. И такой колокольчик, на него нажимаешь. Нет у меня этой хуйни. А нас, друзей, видишь? Угу. Правой кнопкой на меня игра присоединится к игре. Так, game. Invite to game, да? А нет, join game. Join. Нажал. Чё? Теперь лидер колонны орешек. Ну угу. Да. Ну ты появился справа, у тебя грузит, Арман? Да. Колонна из трех человек, да? Угу. Так, ну у меня просто загружается, но нету стабильности. Меня нету, да? Не, всех нету. Сейчас я попробую заюзать. Пошлите в шивалу поиграем. Нет, нет, мы нет. Мы же втроём не можем. Почему? Ну я так понял, нельзя втроём в шивалы. Сейчас попробуем. Бля, машину, я не знаю, если мы сейчас возьмем класс S2, Арману дастся машина S2? В аренду. В аренду дастся. Вам прилетает что-то? Да, Enter, нажми. Ой, Enter. Слышь, походу, значит, похуй на вот эти прогрузки. Ты, видимо, с колонной что-то сделал, не? Заезд скоро начнется. Он какой-то хуй плется, но гоняться хочет. Фак ему покажи. Вызывает вас на гонку один на один. Скажи, мама, э, поехали, братан! Похуй мне вообще. Бамс. Давай. Че, все? Блять, залагало, Вась. Это переключилось. А, пиздец. Одолжить машину. И у Игоря, да? Че, какой? Возьму. Погоди, че там за это? Я твою тачку взял, Игорь. Ты мою машину? Игорь, скажи. Только я не могу менять ничего на ней. Ну, я. Ну, розовая же твоя вот эта пидорская. Нет, золотые братан, индийские. Братан, розовая это твоя. У меня черная. Черная, черная. Да, у меня черный. Розовый экран, он перекрыл. Не знаю, Арман, у тебя розовая пидорская, у меня черная. Бля, ты смотри, какой я симпатичный, пиздец. Я на этот лук, ебать, 200 тысяч потратил. Еще видал, у меня робот. Смотри, робот. У тебя тоже рука это роботизированная? Нет, у меня робот делает, смотри, как робот. Танец, танцует нахуй. Вон я по центру, смотри. Чисто армянином. Армянский Вин Дизель. Ну что я буду... А у Игоря что там было, этот? В скафандре, да. Нет, кудряшки, это у Никитоса. Я по центру был. Да, у меня я по центру был. Я самый стильный. Я по центру был. Я понял, Никит как это... Как пацан, который поцеловался и ушел в балет, выглядел. Ух, бля, пиздец, тут гонка сейчас будет. Посмотри, номера какие. А я не вижу твои номера. Ты мои видел? Я Игоря видел. А чё вы Игоря за номер? Просто. Бля, чё там был? Орех там был. 56. А. Апекс. Ну чё, готовы? Ох, нихуя ты, ну, Бэха. Я... Бэха на читах, бля, Вась, Игорь, ты видишь? Что делаешь, Вась? Ебать, Игорь лох. Бля, это... Бля, я, чё за режим стоит, Вась, чё это за хуйня, чё они такие быстрые? Чё, мне нравится. Ебать, чё за чёрт меня, блядь, призрак какой-то обогнал.
Нет, клавиатуру опустить, сука. Ебать, чё так быстро, Вась? 300 км в час, ебать. Сколько? Отсоси у тракториста, рвал. Ну, у меня уровень сложности чуть понижен. Там вроде это эксперт. Это подпишешь, что ты хочешь сказать? Да. Нихуя не, блядь, ебошь. Блядь, заносит пиздец. Игорь, какой это уровень сложности, Вась? Это явно сложнее, чем мы до этого играли. Чё, понижаем? Ну, это 100% сложнее. То есть тут прям максимально ошибаться нельзя. Я, мне кажется, обгоню, но в конце их, блядь, потому что я хуй знает. Меня заносит, как просто. Хотя тип на первом месте от меня уже ебать съебался. Я вообще ебать. Да ты, я чувствую, там вообще пиздец. Меня занесло пиздец прям. Бля, ебануться. Это, блядь, поворот. Я просто пробел нажал, чтобы поворот. Ааа, ебать, меня тоже занесло, Вась. Это точка ебаная, да? Не, это пизда, Вась, не. Мы проебали, я чувствую. Игорь, нахуя ты профи поставил? Ну чё, брат, он не профи, да? Он профи. Да он не профи. Контрольная точка. Ёб твой рот ебал, блядь. Всё, мы их не догоним, нихуя. Конечно, не догоним. А мы чё, на последних местах? Я, блин, вижу, как Игоря занесло, и типа, ебать. Тип хочет с профи гонять. Интересно. Хочется. Чё, будем пробовать, нет? Ну, блядь, едем уже, шхули. Бля, хоть раз полный пиздец, да? Да, 55 километров. Ну похуй, бля, ща догоним их, может тёрнем. Хотя бы запустилось. А нормально. Это не как в НФСке, типа, в конце не будет это? Они не будут ждать нас, чтобы мы их обогнали и игра закончилась? Не, мне кажется, у них падает все равно скорость. То есть вот. Я, допустим, догоняю их потихоньку. У них все равно, мне кажется, скорость падает. Специально для нас, чтобы мы их догнали. Ну правда, я хуй знает, где вы там, блядь. Я, блядь, догоняю. Я на 14%. Сколько? У меня 17. 16. Игорь, у тебя? 15. Я, блядь, не могу, блядь, стартануть, блядь. Типа одного я по-любому догоню. Ой, я тебя вижу, Игорь. Ну если только контрольную точку не проебу, блядь. То им-то похуй, они на ботах. На читах хуярят. Пидарас. Бля, хоть сабейт скачай, понял? Че это такое? Это блигитахи. Сборник читов. И че, он тут что-то даст? Нет. Да нет, трос рофл. Набрать на альт нажимаешь, ускоряешься, понял. Армана плохо в этом дискорде слышно, блядь, сука. Да, подними её, как раз тебя, блядь, не занесло, сука. Что за дерьмовая машина, Игорь? Что такое, газа не умеешь работать, тормал? А у меня нет тоже джойстика, чтобы плавать. А у Никита тоже нет джойстика. И поэтому его тоже, когда он газовый. Он отрывистый башит. Ну да, да я... Ну да, ты нет, у меня получается. Ну да. А на машине как ездишь? У меня автомат. Газ полосно. Не, я проигру. Отрывист тоже? Перегазовки. Компенсирую. Сидит, блядь. Иди нахуй. Типа хуёвая шутка, понял, никто не оценит. Максимально херовая шутка. А жалко, Наташа нет. Ля, хуёво добавляй. Ебать нахуй. Я Игоря проебал. От 7%. Вот ты гонял, блядь. Бля, я при всем желании догнать не могу, но это пиздец. А тебе сколько книг процентов? 32. Спасибо, тракторист. О, давай, давай, одного хотя бы, брат. Ну хотя бы одного, да я дернул, по-братски. 27%, сука. Подожди, чё. Бля, ну какой поворот нахуй, 90 градусов, ты чё ебанутый? Одного настиг, где один, там и второй, как говорится. Между первым и вторым перерывчик небольшой. Да, в тему. Так, я город проехал. Ты уже проехал? Город. Я только въезжаю, блядь. Я вон там Никита начинаю видеть. Где ты меня там видишь, блядь? На карте. 38 Никита, Никита обогнал 34. Уже одного. Двоих уже я обогнал. Ну, блядь, двоих. Бля, ну они так рядом все, понял, идут.
Все равно тяжело. Бля, фул тяжело, отвечаю, это пиздец. Когда еще, блядь, поворот 90 градусов, это вообще ебануться можно. Блядь. Когда тебя заносит, блядь, на каждый. Да, не, нормально. Ты на скоростях идешь, у тебя меньше 100. Все нахуй, я точно вас уже не догоню, блядь. 35% у меня только. 39-40. Игорь, подожди, 4% заебал. Мы можем понизить уровень вообще. А, прям сейчас. Не получится. И заново начать. Это понял, это надо начинать, ну, да, это да. Надо играть, когда уже, ну, плюс-минус уже недели полторы, блядь, все поиграли. Они, типа, блядь, второй запуск игры, блядь. Блядь, Арман... Сколько... Арман только запустился, ебать. Меня опять занесло, нахуй. Меня все обогнали, я хуй его знает. Ай, блядь. Их все ебал, на. Ну, чтоб мы плюс-минус рядом где-то шли. Ну-ну. Бля, ну вот эти 90 градусов повороты, я не понимаю, как они тормозят. Пробел? Нет. Тут пробел. Не алё. Ручник. Пробел, это ручник. Ну не алё. О. Ручник тебя занесет же, толку от этого ручника. Контроль? Нет, без тяжело. Блять, на этой машине сейчас ручником поворачиваю, говорите, блядь. Ну, блядь, поэтому ты на последнем месте, нахуй. Нихуя. Я на последнем месте, потому что... Когда на ручнике поворачиваешь, у тебя скорость держится, понял? То есть ты, нажимая газ, ее не повышаешь. Я знаю. Это полный хуй вообще. То есть за это время тебя можно обогнать раз 100 уже, ну. Бля, ну как типы вот так поворачивают, я не ебу. Ёбаные боты, нахуй. Может, тачки у них получше? Бля, зашел в CSGO, блядь, поиграть, нахуй, разочаровался, вышел, блядь. Почему? Да пизду, лаги какие-то непонятные. Серф нашло, блядь, пинг, нахуй, 150, блядь. 5 вара. Нахуй я, блядь, сыграл, выиграл, вышел. Чё такое 5 вара? Задержки, ну. Обмен пакетами. Ага. Чё, хуй какой-то. Не знаю, я сегодня в кабале, блядь, продал шмоток на 20 тысяч рублей. И чё, типа, ты за сколько это нафармил? Чтоб ты понимал, я почти ничего не потерял. В смысле, ну, блядь? Ну, то у меня запасные такие же шмотки были. Ну, ты туда закидывал что-то или чё? Нет, у меня запасные такие же. Не, я ж тебе, за сколько ты поднял? А, это хуй знает, блядь. Это же не все, что у меня есть. У меня где-то еще на два раза. Есть. Двоих могу еще одеть. Лохов. Ну да, ебать. Чел в общей сложности мне уже 30 тысяч задонатил. Ебать, мне сегодня чуть, блядь, ебанута одна не сдала нахуй админу. Че говорит? Я из гильдии ушел. Админа пишет, типа... А чё, типа, реально за, типа, 17 тысяч продал, типа, мечи свои? Админ такой, мне только 2 прилетало, типа, 2 тысячи. Ну, я схитрил админу. Надо ему тоже по-любому показывать, чтобы... Чтобы как-то это, хоть как-то отмазаться, потому что детонатеры, они все мониторятся. Их шмот мониторится. Постоянно. Чтобы никто вот так не продал им за реал. Только чтобы чё через них было, понял? Да-да-да. Вот. Админ такой, я не в курсе, и пересылает мне. Я такой, я хуй знает, куда на эту сумму взял. И начал прибедняться, понял? У меня охуенные мечи, так-то топовые. И говорю, да хуйня мечи, блядь, я их все равно менять хотел, блядь, на, типа, они меня на усиление навыков. А я такой, я на крит хотел менять один хуй. Типа, надо это, буду переделывать. За каждый меч он мне, считай, по десятке там. Вот тетю, Олега нету. Олег будет чуть позже. А я вот это вот ножик сейчас выведу. И вкину, короче, в эту крипту на. Крипту именно? Или в акции? Крипту. Нахуя? Ну есть там пару таких крипт, которые могут взлететь. Какие? Например. Мина. А с чего она будет взлетать? У них аукционы. Арман. Пока тебя не было, заходил Егор. Он рассказывал.
Что он сидит на криптах? Вась, можно заново эту миссию сделать? Да, не вопрос. Давай, я заебался уже ехать. 10 минут уже еду нахуй. Ну нахуя заново? А Игорь вышел вообще, блядь? Че, у вас вылазит? Нет, ты колонну покинул. Ага, я вас могу так пригласить? Да. Давай выйти. Как выйти? Escape. Выйти и заеду. Глиз. Сейчас, это Егор вам сказал, что это тема, типа? Нет. Не было никита. Короче, сейчас Глиз есть крипта. Она будет подниматься. Ну, там такой средний показатель. Так, все. Я думаю, в каждую по сотке бачей вкинешь. 4-3 взять. Хуй знает. Как... Только 1%, блядь, крипты взлетает. Бля, понял. Такая хуйня. Я, короче, майнил биткоин, бля, лет 6-7 назад, понял, когда он стоил 1000 баксов. Ебать, я не знаю, я намайнил что-нибудь, мне интересно. Хоть чуть-чуть. Потому что я не помню, на какой платформе майнил его. Тебе я запускал, найти... у меня комп прям стоял, блядь, сколько-то времени. У Мелика 4 видеокарты 1070 стояло, майнило около полугода. Ну это когда? А, ну, давно, ну как, вот давно, скажем так, до того, как он поднялся. Ему там срочно деньги нужны были. У него там 0,2 биткоина было. Он вывел их, что-то на 200 тысяч получилось. Но тогда и биткоин стоил 2000 долларов, что ли, 2500 долларов. Прикинь? Как обидно, блин. Так, параметры, сложность. О, у нас тогда... Легкий, поставь легкий, легкий. Или там может, давай средний, ну тоже, давай средний хотя бы, да? Да, средний. Да что тебе дает эта награда? Объясни, она же очень мало дает. Плюс 65%. К чему? Дополнительные кредиты за сложность. Кредиты? А кредиты с чего? С рулетки выпадают? Ну, я не знаю, значит, рулетка это рулетка. Ну, мы больше, блядь, с рулетки кредитов поднимаем. Так а мы... рулетка за что дает? Рулетка, ну... За левел. Это пока а видишь. А как левел поднять? Играть. А у меня какой второй левел, да? Так, давай средний оставлю. Бля, вот ты сам, бля, хоть сможешь вот ехать с ними? У нас была сложность 1, 2, 3. О, на 3 типа выше. Да-да, я открытую оставил. Какой я ты... вижу тебя, Игорь. Угу. Какой ты хуй мальчик, да? Так. Мы сейчас идем. Нихуя мы проехали, ебать. Вроде нихуя, но, блин, дохуя. Бля, чисто в воде, понял? Сейчас, бля, кайф такой. Жалко, нельзя друг к другу тпхаться, да? Было бы прикольно. Так, тачки какие берем? Можно вообще стоковые взять. Ты уже запустил? Нет, я еду. Я, ты похуй, у меня дом тут, не дом, а мероприятие. Я, кстати, Никита, дом третий открыл на пляжу. Так. Слушай, а вот эти вот, это опыт, да, дает? Типа вот эти цифры, которые пишутся на экране. Так, да, ты разрушаешь, заносишь. Я, короче, машину беру. Я не знаю, получится. А, и что, она дает левел или как? Кто именно левел? Эти цифры, которые ты это делаешь. О, Сарман теперь нарисован у меня, слышь? Да, у меня тоже было. Какую машину брать? Сейчас карману подлечу. Из рекомендуемых брать машину? Игорь, похер. Что заебываешь, а? Натуре, мы зашли расслабиться. Расслабиться? Всю эту черновую работу сам делай. Блядь, ну по факту. Так, бери Олега в 2WD. Норм тащит. А хер какой-то зашел. А нету у тебя, у тетю, у нас нету. Enter нажимай. Enter, Арман. Точно, блядь. Вот Enter. Enter он точно же не может нажать на нас. Ну да, бля, хули. Лох, ёбан. Нихуя не может. Нахуй вообще держим.
Бля, мне еще не постригли, как педика в натуре. Одолжить машину. А что за Субару, блядь, алло? Кайфуйте. У нас это Арман на Чили будет. Что за хуйню ты открыл? Я вам могу со стелемента открыть, нахуй. Опять Арман будет в повороте там валять. А, этот гость, ёпт. Я охуенно вожу, я сейчас руль еще куплю, нахуй. Ох, бля. Отец, ну я смотрел полтинник, понял. Заебать как-то. 20-30 тысяч нормально можно. А, это залупа за 20 тысяч. Сейчас, сейчас сколько нужно. Я лучше плойгу куплю за полтинник. Согласен. Не будем на джойстике башить, все? Бля, вот эту продать, понял, за 1020, нах, 25. У тебя прошка или слимка? Слимка 500. Да похуй. А? У меня слимка ТР. Что это значит? Терабайт. А, да, я пизду. Не, ну, кстати, ебать, место имеет значение, вот я сказал бы. Потому что я вот установил 3 игры, у меня все 500 гигов забит. Типа, пиздец. И то, и одна из которых Геншин. А Геншин, она хуйня, что-то 50 гигов весит. Вот я вот тогда установил эту, как она, Red Redemption, блядь, 150 гигов. Ну, да, надо, она ебать, но... Надо на ком купить, пацаны, и поиграть RDR-ку. Бля, кстати, да, вот там же можно тоже, да, стакаться же? А, там, это, да. Это как этот, GTA, один в один. Бля, ну она очень прикольная, типа так, если толпой играть, прикольная игра вообще. Ну ебать, ну, мы в... как будто мы в GTA играем сейчас. Не. Че, бомба? Я не проходил, но, бля, мне... Ну, я вместе бы такую группу играл. Я такой, я же не любитель одиночки играть, вообще пиздец. Там одиночка бомбовая, зря, ты говоришь. Да и просто я больше половины прошу. Я человек, который, блядь, понял, титры пролистывает, то есть вот... То есть настолько а, ты не читаешь, не короче. Нет, мне настолько не нравится это. Че там за петушара толкается? Ну? Хуя, Арман, блядь, давай, Хасаник, блядь. Только не улетай, блядь, никуда. А тут, ебать, грех будет улететь. Ой, опять заносит, слышь. О. Прижали мы с тобой его, да? Ну, а, лохая, блядь. Ну, я за... Ты давай там не бортуйся, блядь. Э, бля, охуел, блядь. Пизда тебе, Ник. Да? Смотри, что сейчас с тобой будет. В дрифт. Чисто, Вася. Нихуя нас... Тахир какой-то обогнал, Вася. Это наш. Ну я и говорю, Тахир. Сабирович. Не, Азамат... Это этот, батя Азамат. Мусагалиев. Азамат Тахирович. Ебать, чё за чёрт меня обогнал, бля. Ты посмотри, Никит. Пошёл нах. Никит, это он тебе. Надо отключить вот эти вот полоски и без них проходить. Ну и без них хуйня полная. Пока да. Потом чё научился. Бля, смотри, едем на одинаковых машинах, ты смотри, как он уезжает. Ну, как так? Траектория, блядь. Может, на руле, блядь. Он, блядь, не врезался. Плюс миллион к скорости, блядь. Нет, там, видишь, все равно управление, то есть, плавнее. Я, к примеру, повороты прошел на понижение передачи. Это у меня механика, то есть. Я тип просто в меню паузы, на. Вышел, похуй ему. Он, ебать, как увидел, 10% за 2 минуты, он такой, ебать, 20 минут ехать в гон, ну его нахуй, ну. Это Тахир вышел, что ли? Ага. Игорь, а мы чё, вот 20 минут, блядь, будем ехать это сейчас, да? Ну, получается, мы. Может, хотя это хоть опыт дают нормальный? Ну, да. Сколько я уровней апну? Не знаю. Как раз проверим. Ну я, кстати, быстро уровни апал, то есть прям вообще с Игорем был? Ну да. Ну, а я проходили сезон. Одному неинтересно в такие игры. А сейчас что мы играем? Чё-чё-чё? А сейчас что мы играем? Мы проходим этот, как его, Колос. Карьеру. Мою. Мою. Нахуя? Ну потом сейчас он после... Потому что я начал проходить, а потом все начали заходить. Я же не буду один проходить. Что ты там начал проходить, я видел? Карьеру.
Ну, я хотел пройти, а потом Арман зашел. Я говорю, о, Арман, давай заходи, с тобой пойдем. То есть нам надо выйти сейчас, ты на это намекаешь? Нет, блядь, сука, тормози наш. Арман, давай выйдем с этой беспонтовой колонны. Беспонтовой. Ебать, как ты так остановился? Я? Как так Никита пропустил, да. Я врезался, на. В смысле Никита пропустил? Так он же первый ехал, нет? Нет, я второй. У кого? Я захасанарил, пиздец же. Сейчас пока Арман катается, нахуй. А Марина стрим смотрит? Скорее всего, да. Группа поддержки. Просмотры набиваем. Бля, надо на Twitch залетать, понял? Да, я тебе говорю, давай уже. Сядно. Заказывать, ебать, рекламы, на. Да, надо нормально прям залетать. Чтоб тебя захостили пару раз, там, понял? Надо выбрать такой контент именно, понял, который притягивает людей. То есть CSGO это хуйня, там, Dota это тоже хуйня. Just chatting поставишь? Все. Там обычно из just chatting все вылазят. Надо понял, что-то такое интересное выбрать, чтобы человек, будучи к тебе зашел, он остался, то есть хотя бы на какой-то промежуток времени. А не просто вышел и все, и хуй забил. Надо делать так, чтобы он захотел еще раз зайти завтра. Да, но это сложно. Это психология, пиздец же. Не только. Они сценарий стримам пишут, и чё? Ну, у нас новость на психологии людей, правильно же? Чтобы человек, будучи, запомнил эту картину, или условно, какой-то... Основываясь, братан, основываясь, даже не столь на психологии, но это тоже очень важный фактор. А больше, как бы, на режиссуре. Вот. Когда ты фильм начинаешь смотреть, тебе интересно, ты смотришь, правильно? Ну, не всегда. Такая же хуйня и здесь. Бывает, просто смотришь, что делать нехуй, понял? Ну, и стримы тоже смотрят, это делать нехуй. Ну, да. Бывает. Это как фильм, понял? Люди должны зайти, и им понравилось, и они смотрели. То есть они прям пишут сценарий, о чем будут говорить, какие темы раскрывать. Я просто понял, к чему. Я открываю, допустим... сейчас объясню. Бля, что же хотел сказать, вылетел с головы. Ты типсонов открываешь? Ну, с тренером. Чипсов? Типсов, чипсов. Нет? А, вот хотел что объяснить. Открываю типа, допустим, угу. Какого-то. У него видно, что в чате, понял, активе человек 15-10. Ебать, у типа онлайн 250. То есть я вот на начало стрима к нему захожу, когда там по нулям 10-15 человек, понял? Там резко 250. Такого же не бывает, согласись. Вот и. Ну и прикинь, вот в чем прикол, у него накручено, получается, просмотры. Плюс у него подписчиков 10 тысяч на Твиче. И он, блядь, сидит, стримит GTA-шку, CSGO. То есть, ну, он рекламирует, получается, сервер в GTA, ставки 1xbet, он, блядь, ну, какую-то такую хуйню. Потом этот... Как она еще? Рулетку, понял, на сайте. Пиздец. Я когда это увидел, думаю, ебануться. Да. И рекламодатели хавают? Да, они хавают эту хуйню. Они не проверяют это особо, я так понимаю. Либо типа, им похуй. Думаешь, чем? Ну типа да. Может реально им похуй просто. Чё думают эти копейки ебаные там, да, для кого-то, условно говоря. Да ебать, чё этот бюджет там давит? На одного стримера сколько он ему, ну вот, за месяц платит? Условно говоря, один. За его баннер там на сайте или там, чтобы он поиграл. 5-10. Ну да, 1000-10, мне кажется, в месяц. А вот так тип, ебать, 3-4 рекламы уже 40, нихуя себе. Получается, он просто сидит, играет, часа 2-3-4, да? И хавает за это, блять, в месяц 40 тысяч. Ну то есть даже он не каждый день стримит, условно говоря, там 5 дней в неделю или там 4 дня. Так и есть. Ебать, просто на ровном месте сорокет типа хавают, ебать. Это только, ну это мы так подозреваем, может на самом деле там нихуя да, еще больше. Еще, да.
Там вообще рулетка подкручивает, чтобы, блядь, люди смотрели, типа, ебать, охуенно работает там. Ну да, вот он на рулетку зашел покрутить, да, ему где-нибудь просто КД ебанули, там, условно говоря, в процессе, нахуй, что он выиграет сейчас, да? Хуяк, нихуя ему выпало, там какой-нибудь ножик, условно говоря, сразу, нихуя, типа, да, по промокоду его надо зайти, как... Так, помимо всего этого, он берет, к примеру, для раскрутки канала, вот, давайте разыграем этот предмет, который выпадет. Ну вот даже, смотри, как я, да, на Hellstore зашел, я же тоже у типа на стриме увидел. То есть я зашел, ебать, я там, наверное, накрутил баксов 3000, наверное, 2000, ну где-то вот так. Как я вообще, ну имею в виду, выиграл. Потому что, ну за все, ну то есть общий счет где-то, ну примерно так было. То есть я проигрывал, выигрывал, проигрывал, выигрывал, то есть а общее где-то... Ему же процент с этого какой-то падает, да? Угу. Ну если то по ссылке о рефералке. Комиссия, конечно. По его ревке, считай, я залил. Сначала думал, понял, поиграю на 10 баксов, ебать, он что-то психанул, ебанул ножик. Я выигрывал больше, я просто зажал чуть-чуть, понял. Думал, бля, сейчас еще подниму, еще подниму. У меня 1000 баксов висело, 700 я мог вывести. А выиграл я, получается, 600. Да. Где-то только половина гонки. 10 минут, 48 минут, ебать, 48% я прошел. Я же говорил, тут есть 20-круговые, блядь. Это не 20 кругов. Какая разница? Это спринт, ебать, ебанутый какой-то. Это одна из самых мощных гонок. Как вот Голиаф? Я не знаю, сколько должны за эту гонку мне дать, это пиздец. Я тут 10 уровней должен отдать, наверное. Ну если ты все охуенно сделаешь. Машина, на которой мы в прошлый раз гоняли, там она идет в Forza Edition. То есть премиум тачки, они дают больше бонусов еще дополнительно. Жадость раньше не говорил, мы бы на той быстрее бы прошли. Угу. Ебать, она заносит, ебать, она заносит. Да нет, с тем бы же уровнем мы бы прошли, типа. Типа, ебать, нет. Я пофу улетел. Я не знаю, где все, я никого даже не вижу. Не, а не важно же, какое место, или важно? Ну, нам, говорит, смотри, нет. Нам главное, чтобы наша группа по очкам лидировала. Все. Ты можешь в конце быть, а мы вдвоем спереди. Для Никит один спереди тупо быть. Точно. Мы с Игорем должны быть спереди, так что ебись. Почему? Ты только не видишь, что я пропустил? Сука. Я же цепанул ей в рот, ебал, блядь. Нахуй, Игорь, я тебя не догоню, блядь. Я как, блядь, пропустил, блядь? Блять, прикинь, я по внутренней части прямо прошел. Я тоже так же прям. О, нихуя меня догоняет, чел. Я прям за некий там шел, нахуй. Мне еще обиднее было. Да нахуй за мной ты шел. Я тебя видел, вон там машина мелькала. Игорь, если ты не жопу ему нюхал, не знаете что, блядь. Не, Арман, у меня высота другая. Нагнулся его. Ебать нахуй, акцию проводят поставщики на GoPro-шку. Не на GoPro-шку, а просто экшн-камеру. Ну какую? И не ебу, как она называется. Что, надо 500 литров масла заказать? Не, там попроще. Слушай, там мое масло есть акция? Блять, у тебя 42.00 лезет, да? А я не помню. Надо посмотреть, по-моему, 42.00, 5 по цене 4 мне вот последние две канистры заказал. Помнишь, мы с тобой тогда заказывали по цене 4 был? Да, вот такая же акция. Можешь заказать, вот нет? Нет, у меня в наличии должны быть две канистры, последние я заказал. Понял? Короче, проезжаешь, когда ресурс масла теряется, она его жрать начинает. То есть, я так понимаю, ресурс падает вязкости этой. Ну, вязкость повышается. Начинает сжигаться она. Так вязкость повышается, схуя ли так происходит? Я не знаю, типа старое масло, если понял. Хочешь прикол? Оно и начинает деваться. Хочешь прикол? Игорь, ты когда масло менял? Ебать, ты сравниваешь, блять, простую машину от турбированной, Вась.
А, ну не, да дело не в этом. Когда менялось? Хуй знает. Ну когда вот помнишь, у меня подтекало. Ты менял или доливал? Мы меняли, скорее всего. Да-да-да. Ну я в основном менял арму. Доливаю. Ну, когда ты менял? Вот, ну, блядь, примерно тысяч сколько? Ты по городу ездишь? Я не смотрю на километраж. Я год назад. Год назад. Ну, ебать, я не знаю, сколько ты проездил. Да я в городе. Ну, он же, видишь, он же никуда не ездит. Он мало ездит, да. Да. А я считаю, прикинь, когда менял. Я менял. Когда я менял? Ебать, 2 месяца назад я менял. Бля, нам до такой степени нехуй делать, что мы рассуждаем, кто когда масло менял. Бля, не, просто я тебе к чему, понял? Не, знаешь, когда масло менял? Пока 7 тысяч не проедешь, блядь. Нормально, понял, не жрет масло. Проехал 7 тысяч или там 8, да? Все, жрать начинает. Есть такая хуйня, блядь. Либо масло бывает не подходит, типа жрать начинает. Да, как? Бывает. Да ты хули у тевятки твоей, блядь, она стоит просто, хули у ней масло меня. Хотя ты ее заведешь, она сейчас хуй будет нормально работать. Охуенно бензин, работает. Бензину пизда. Нет, ты че, жилетом ездили на ней. У меня же машина полгода где-то или 3 месяца стояла в гараже. Угу. Мы ее запустили, мы ебать понять не могли, что за хуйня, прикинь. А где она... заправлялся? 6-я, 7-я передача, короче. На Башнефти вроде. 6-я, 7-я передача или 5-я, не помню какая. И она пух оборот, ты понял, падает. Или больше 3000 оборот. А, больше 3000 оборотов поднимаешь, она тух, встает на 3000 и падает. И выше не поднимается, понял? Мы думали, ну пизда, движку там что-то, свечи поменяли, блядь. Ну что, было такое, первое поменяли. По итогу пахан ебать, говорит, я масло это долил, нормальное. Все нормально заработал. Ликвимоли ебать долил? Ебанул ликвимоли, да? Бак нахуй. Все, заебись, заработал, охуеть, да? Не, мы-то летом на ней ездили, на речку, все. Вот мы еще завели, в гараж отогнали. Она на пожарке сейчас стоит? Да, там. В гараже у нас стоит. Весной, думаю, это... масло поменяю, всю хуйню так поделаю. И начну ездить, все. Ой, блядь, буря началась. А чё ты именно девятку захотел? То, что перепал, типа, вариант такой? И вариант, да, но он оказался хуёвым. Она же в рот выебана оказалась. То есть ходовку все четко у меня сделали, а движку пизда была, понял? А че у него? У него карбюр? Там новый движ... Да. Там и карбюр. А. Я специально захотел такую машину. Ебать, а ты помнишь, как мы на речку поехали, я девятку карбюровскую вот убрал? Да, 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 заглохнул. Это пиздец. Карен говорит, подкачай вот эту хуйню, понял? Эксперт, ебать, подкачал, заработал. Мы, говорит, на Волге бензонасос качали, у нас, говорит, все работать начинало. Ебать, надо же так совпало, да, пиздец? Знаешь, откуда он это знает? Откуда? Эдгара знаешь? Ну, вряд ли ты его знаешь. Короче, есть в Орске такой пацан, Эдгар, он в уголовном розыске работал. Это, короче, брат жены Мелика. Понял, да? Ты рассказывал про него. Вот. И у Эдгара была Волга. И они на ней по клубам шлялись везде, блядь. Тёлок катали, как. С Кареном? Да. Карен когда учился в Орске, ага. Вот тут постоянно это... на этой Волге двигались пацаны. А чё он говорит? Не, он говорит, на дедушкины. Да пиздит, блядь. Дедушка бы никогда не дал ему Волгу покататься. Не, ну он не говорит, что он катался, он говорит, дедушка так делал, типа. А, ну может помнит, я не знаю. Но у дедушки Волга, блядь, чтоб ты понимал. Там Волга, ну, заряженная. Блять. Повернулся, съебался. То есть там 28 тысяч пробега, прикинь, на этой Волге. Машина 2002 года. Ты рассказывал, ты же ее продал в итоге. Да. Мы ее не дешево продали, нормально продали, в принципе. Можно было, конечно, подождать и подороже продать. Ты говорил, за сколько ты ее продал? Но. Бля, ну слышишь. А еще, кстати, знаешь, почему я девятку захотел? Че? Я же ее брал, чтобы типа научиться водить, там вся хуйня.
Хули на девятке, блядь. Тут заборчик, там бордюрчик зацепил. Похуй, типа. Бампером крепкий. Ой, да ну нахуй на девятке, чё там цеплять, ты гонишь? Она ну, мало ли, понимаешь, мало ли. Тут в стенку въебался. Тут ворота. Бля, ну я не знаю, насколько хуёво надо ездить, блядь. Не, ну, блядь, ну всё равно. Бля, я один раз, слышь, я расскажу, короче. Приехал к банку Оренбург. Бам, охуевше хотел, короче, машину поставить. Где вот у них въезд есть? Туда машину хотел поставить, нахуй. Передов заезжаю, и прямо этот бордюр цепляю, понял? Пиздец, я расстроился. Отъезжаю, у меня все в краске там, снизу. Я думал, блядь, вырву нахуй сейчас. Отъезжал-ка на назад. Бля, смотрю, быстро в гараж поехал, сразу забыл про этот банк, ёбаный. Отмывать все там. Ну типа краска, сам понимаю. Похамели. Там же краска, я ебать я хуярил, я ее размазал там, блядь. Да пиздец. Завтра заедь ко мне, я тебе один видос покажу. Просто не могу скинуть, я обещал это, никому не скидывать. Но не показывай, да? Да, не показывай, я ему сразу сказал, я буду показывать, типа. А кто там? Редиков. Знаешь такого? Кто это? Редиков? Резников. Тёма, я с ним буду ездить. А это ж сосед мой, блядь, сверху живет. Вот. У него, короче, сигнализация барахлит. Вот. И он возле Рима, короче, автозапуск нажимает. Она поехала, что ли? Да, она, короче, на скорости стояла. И она на стартере хуярила. Ну хорошо, колеса развернутые были, она это в Рим не въебалась. Че вы там еще не прошли? Типа ему типа подсказали, понял, да? Что она поехала, что ли? Он там сам стоял. Он сам там стоял. А потом за ручки держится, машина держит. Он пытался ее догнать, держит за ручку, ёбнулся, короче. И вы чуть заднее колесо не переехал. Там, блядь, он коры просто ёбнулся. А это на какой машине? На большой своей? Нет, М-Гранде. Он Альфарда продал. А, ну я смотрю, Гранда здесь стоит. Так что рядом не паркуйся. Гранд, М-Гранд. Ну да. М-Гранд, блядь, вот это залупа. Ой, блядь, нахуй. Бля, а чё он Альфу эту продал? Прикольная же машина, да? Охуенная машина. Типа для таких путешествий вообще заебись. Принт финиш, что это значит? Че? А вы оба прошли, что ли? Да. Ебать, нахуй. 20 минут моей жизни, блядь, на что было потрачено? 800 очков нам дали? Опа, вилспин. Одежда. Повседневная рубашка, фиолетовая, полосочка. Так, 132 тысячи очков. Это много? 35 тысяч. Чё за залупа, блядь? Лайкер год. А сколько тебе денег всего? О, мне 5000 кредитов дали, ебать. Мощь. Блядь, и что это, Вася? Ну я ради этого... О! Два призовых у меня есть. Смотрим, что мне выпадет. Тема из The Outer Worlds. Гудок какой-то, слышишь? 55-й левел. Нормально. 45 тенге дали. Автомобильный гудок. Слышишь, что за хуйня вообще? О, мне Dodge дали, Challenger. Нормально. Бля, надо посмотреть, что за звук мне выпал только что. О, мне Кайман дали 18-го года. Это хорошая тачка? Я не знаю. Фиолетовая, короче. Кайман? Нежная фиолетовая. А, нет, Кайман, это Тайкан же, все. Че за хуйню ты несешь? Блядь. Нежно-фиолетовая, блин. Это эпик тачка. Ну все, нахуй. А диарман, блядь. Тебе в призовой? Тебе в призовой дали? Нет, это мне за велосипед дали. О, слушай, неплохая. О, он тоже когда едет газы-то, заносит я. И спойлер открывается. И чё ты, Игорь, побил мой рекорд вчера? Нет, блядь, мне